В Тверском областном доме народного творчества открылся межрегиональный этап всероссийской выставки смотра художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Центрального и Северо-Западного федерального округов «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сюжет с места событий. «Салют Победы» — это 5 межрегиональных этапов. Выставки смотра уже состоялись в Якутске, Красноярске, Симферополе и Екатеринбурге. Межрегиональный этап в Твери – последний в творческой эстафете. Проект призван представить современному зрителю лучшие произведения самобытных художников, темой которых стали воинский подвиг, патриотизм и любовь к родине. Цель этих выставок смотров – представить современному зрителю лучшие образцы произведений на военную тематику, оценить современное состояние изобразительного и декоративно-прикладного искусства в регионах Российской Федерации, а также открыть новые звездочки и числа художников и мастеров, освещающих данную тему. На выставке представлены 24 экспозиции из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Вниманию зрителей показан широкий спектр изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Живопись, вышивка, художественная керамика, лоскутное шитье, резьба и роспись по дереву, батик, текстильная игрушка и многое другое. Я хочу поздравить всех участников. Вот я понимаю, что здесь будут лауреаты, но я точно знаю, что здесь все являются победителями. Желаю творческих успехов тем, кто посвятил себя народному творчеству. Все работы отразили исторические сюжеты, батальные и жанровые сцены, портреты, пейзажи, натюрморты, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также истории нашей страны, мирной жизни. Выставка будет работать до 16 ноября в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.